Мне очень понравилось. Спасибо болельщикам большое за то, что пригласили на фан-сектор. То, что на льду слушаю, ну, слышу обычные какие-то кричалки легкие, я их как бы запомнил. А вот что-то потруднее, тяжело, конечно. Совершенно другое ощущение, когда сидишь, смотришь хоккей обычно, да, и вот так с ребятами постоять, покричать. Ну, другие эмоции положительные. Я так чуть подпитался хорошими эмоциями, если честно. Полегче играть всегда. Не важно, там 2-3 человека, флаг. Одного флага достаточно, чтобы уже по-другому поиграть.